Это было жестоко. Да, я так понимаю. Давай, до свидания. Эй, ты кто такой? Пошли на свидание. Эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Эй, ты кто такой? Пошли на свидание. Простите, что нужно нам? Что это? Трансгалактический звездолет? Да, боевой трансгалактический звездолет за вами прилетит через 4 часа. И мы улетим с вами грабить национальный банк галактики. Там мешки с баблом надо 50 триллионов лет вывозить. Чего? А у вас есть этот план? Он у вас с собой? А нам пропуска дадут? А мне хрена делать, потому что 16-17 трансгалактические боевые флоты мне помогут. А у нас? Да нам дадут всякие пропуска и так далее. Наши пропуска мечи джедаев. Спасибо. Все? Здравствуйте. 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 Я мадам Изабель. Изабель? Да. А у тебя мужчина есть? Да нет, я девственница как-то. Да ладно. Как вы, кстати, к новому Иерусалиму относитесь? Ну, хорошо. А? Хорошо. Вот, мне открылось так, что там будут одни девочки в вечности. Да? А у тебя открылось такое измерение? Да, но всем дадут тело девочек. Вот мне тоже дадут. И я на японку буду похожа. А жить только в Костроме будешь? У меня в прихожей такая девочка висит. А жить только в Костроме будешь? Нет, или... в Новом Иерусалиме. А, то есть ты туда, да, у тебя заберут? А это... Это в Библии написано, что изменение будет во мгновение ока. Это то есть... Когда Иисус Христос явится, он заберет декабря, всех избранных. Ну, я не знаю, там написано, что одни и час этого никто не знает. А, то есть это будет в этом году, да? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы в этом году, но... Об этом никто не знает. 21 декабря будет у вас это? Ну, я не знаю, может быть. А, ну там этот... Ну не я предсказывал, а... Нет, ну племя Майя как-то... Вот это Всевышний, это большой будет. А косички ты заплетаешь вообще? Да, как с вами вообще? На ты, на вы? Как? Ну на ты можешь, вот как тебе удобнее. Нет, ну ты же девочка, как ты говорил. То есть я тебя старше. Ну девочку на ты называют. Ну, я и говорю. То есть ты Изабель, да? Тогда. А у тебя грудь все есть? Так нету, девочки-то не бывает. Груди. Маленькая девочка-то. Маленькая. Ну, то есть это тело второго варианта. А зачем ты пиво берешь, если ты маленькая девочка? Это газировка. А, газировка. А в душе тебя сколько чувствуешь? А вот маленькая девочка. А так сколько лет-то тебе вообще? Вот любовь мне сказала, что вот моя мать настоящая Изабель, старшая Изабель, а отец Франсуа. Мама гимнастка Изабель, а отец менеджер Франсуа. Да, они сейчас живут в Марселе. Ладно, всего доброго, пойдем мы.